Быстрее ставь лайк за 3 секунды, если любишь смотреть видосики на Ютубе! Ох, какая сегодня погода шикарная, надо бы похасанить, блин, на батиной тачке. Вот это да, прав еще у меня нету. О, давай этого осмотрим, слышь? Ну-ка, давай попробуем. Здравия желаю. Здравия желаю, товарищи полицейские. В чем причина остановки? Точнее, причина досмотра. Что я нарушил? Я стою на парковочном месте и никого не трогаю. Чего вы подошли, легавые? Мне надо ваши документы посмотреть, сэр. Причина выяснения документов. Я все записываю на видеорегистратор. А ну, покажите удостоверение полицейского, жетон. Почему не в форме? Уважаемый, выйдите, пожалуйста, из машины. Сейчас я выйду, а ты ляжешь. Но... Не понял, это что, угрозы полицейскому? Это не понял, сколько вам лет вообще? Чего вы тут делаете за транспортным средством? Мне 14 лет, у меня прав нету, это папина машина, я никуда не ездил, я стоял на остановке, блин, что вам от меня надо? Ага, понятненько, бабян, все, пакуем клиентика, звоним твоим родителям и все, сдаем. Не понял, блин, куда побежал, родителям? А ну стоять, скорее, стоять, блин, зараза. Ага, догоните, тачка, полицейский. Тачка, крой, сюда, бабян, работай. Давай, попробуй догони. Всем постам, бабян, всем постам сообщай, у нас что-то гонщик. Всем постам, срочно, у нас тут, блядь, нелегальный гонщик, 13 лет. Срочно, всем перекрыть город, поселки и дороги. Срочно, ведем преследование. Трасса А67. Ага, давайте, шуйте пыль. Ну что, легавы, давайте догоните. Копы на хвосте. Стоять, ну-ка, блин. Ага, я всегда мечтал поездить от копов, а меня не догнать. Вы, дали, туда их вот. Давай, за ним ведите. Где вертолеты, где вообще вся помощь? Не знаю, блин, не выходит на связь что-то. Нету помощи, вы меня не догоните. Кто жуйте это пыль. Сказал? Жуй пыль, ментяра. К обочине его прижимай, давай к обочине. Опять наш школьник зажимает, ёлова, его поймай. Аккуратно! Сейчас я там яму! Готую! Нет! Давай! Все! Взял его на враги! Лучше! Нет! Падает! Бери, бабян! Ё-моё, мужики! Все с раздуваемые в каньон упали! Димон! У нас потери! Ну что вы наделали? Как я бате тачку верну? А ты как вообще выжил? Ё-моё! Да я жив, цел орел, блин! Ясненько! Капец! Что с моей машиной? Что же скажут люди? Ё-моё, вот это бабян. Да. Да. Офигеть. Пакуй этого школьника, он далеко от тебя? Ага. Ну, в 244 метрах. Далеко, блин. Что же скажут люди? Копы сделали пока кули. О, я в шоке вообще. Вы развалили мою машину, блин. Вам за это и отвечать, понятно? Конечно. Давай, скажешь так своему папе, блин. И документы у меня были, блин. Поняли вы? Паспорт? Права. Ага, 14 лет, давай рассказывай сказки, ага. Ну что ж, дорогие друзья, всем здорова, с вами по-прежнему Верфония и Бобби, и добро пожаловать в угарную игру Шко под названием Bimenji Drive. Всем холо, амигос! Здорово, чуваки! Ну что ж, ребят, сегодня у нас будут эпичные полицейские погони, и вы посмотрите, где мы будем сегодня гоняться. Нашему преступнику предстоит опасная миссия. Он должен уйти от погони полицейских на вот такой карте. Здесь же огромные обрывы, огромные каньоны и гигантские просто спуски смерти. Если наш бандит будет падать, то он будет умирать, а это невозможно. Ему нужно перепрыгивать все вот эти ущелья и в конце концов уехать от полицейских. Полицейской погони. Так что, друзья, смело ставьте лайкусик, если вдруг не успели поставить за 3 секунды. У вас вторая попытка. Заранее огромное спасибо. Нам с пацанами будет безумно приятно. И нашему преступнику еще нужно будет выбирать путь. Либо у него мощная тачка, он сможет перепрыгнуть вот такое ущелье. Либо он должен будет все это дело объезжать, друзья. Ну и в конце, как я уже сказал, должен будет уйти от полицейской погони. Ну что, Андрюха, ты у нас бандит. Что ты уже наделал такого, а? Ща, подойди. Но! Скажу тебе кое-что на ушко. Но! Не понял! Бабян, это покушение на полицейского! Давай за ним слышишь! На представителя закона, давай, блин! Давай, всего доброго, всего хорошего! А ну стоять! Бабян, гони его! Туда его гоню, уже заносится! Сейчас ой, его! Вон не, уже! Не-не, да ё-моё, какого чёрта вообще? Ё-моё, Андрюха, ну шо ты? Опа, блин! Фредди Фаер, Бобис, это Фредди!
отлипаю! Разворачивайся! Что, девочки, будете что-то делать? Опа, опа! Ах ты, зараза! Ёбаный Бабян! Бабян! Мы с тобой два, это, тупой еще тупее, блин! Давай за ним, блин! Надо поспавниться, Бабян! Спавнимся, блин! Поехали! Да я гоню, гоню. Короче, друзья, мы можем спавниться, полицейские могут восстанавливать машины, но вот у преступника такого права нету. Если мы его догоняем, мы его убиваем. Так, прижмись к обочине, к левой обочине, не к правой. Хорошо, хорошо, Бабян, прижимайся. К левой, левой, Бабян, Эй, девочки, ну вы даете, конечно. Ёма, Бабян, ты меня погиб, блин. Ой, капец, он натурит! Сейчас, он натурит! Аккуратно, опа! Опа, давайте! Правильно, Бабян, зажимай его! Зажимай, я Бабян! Я тачка крепкая, нормально могу работать! Крепкий надо орешек. Скидывать его, надо скидывать в бездну, чтобы остановить, обезвредить! Да что вы делаете? Давай, давай, Бабян, зажимай его! Все, смотри. Блин! Все, это спид происходит, ё-мо. Ай, блин, ушел! Ой, уходит! О, блин, не скинемся, ё-мо. Бобис, на шанс! Бобис! Нет, давай, нет, нет! Бобис, на шанс! Бобян! Скидывай его, блин, за ё-мо! Я сейчас сам его подбобил! Бобис! Опа, ё-мо, блин! Ё-моё! Друзья, выкинули меня. Если нас выкидывают в ущелье, мы уже не можем восстанавливаться. Нам придется садиться в машину нашего напарника и смотреть, что будет. Но в итоге, блин, мы все упали, пацаны. Бабян, ты-то как упал? И Андрюха, и Бобис, и я. Это, конечно, жестко. Ну что, легавые, вы мне ничего не сделаете, потому что вы только умеете кушать пончики и ковыряться в попе пальцем. Все, давайте, пока. Ага, у нас преступник Бобби, давай-давай. Ну что, Андрюха, блин, машинку нормально взял, поехали. Сейчас Бабяна, блин, остановим этого преступника. В натуре, ты стоял, пердел. Опа-опа, че вы тормозите? Он бортуется, слышишь, он, блин, это, еще уворачивается как-то. Вот офигевшая морда, блин. Ну, блин, давай, работаем. Связались. Оп, сейчас налево повернет или направо. Давай-давай, Андрюха, дыши в спину ему, дышим. Я пока дышу только тебе в спину. Вот он, что-то там выкрутасы какие-то делает. Едем за ним. Оп-оп-оп-оп. Давай! Так, улетел, блин! Ё-моё, Андрюха, аккуратно, блин, аккуратно! Продолжаем преследование, братишки! Едем дальше, друзья, преследуем! А у меня там адреналинная? Ё-моё! Давай, гаси его! Офигеть, у него там это, ты видел, Андрюха, блин, как он разворачивается быстро, я так не могу! Я вас подожду или что? Товарищ гонщик, я сейчас тебя остановлю, эй! Сейчас я его поцелую в попу, блин! Давай, работай! Есть касание, Андрюха, есть касание! Есть пробитие, ну-ка, помогу сейчас! Да я промазал! О май гуднес! Ё-моё, практически! Там мой напарник сейчас упадёт! Я упал вниз! Андрюха, там кончилась дорога! Спаси меня! Садись ко мне в машину, Андрюха! Выехал, нормально! Я думал, он прямо, Андрюха, поедет и упадет с этой... со скалы, блин, но он поехал обходным путем. Давай за ним, дорога скоро кончится, надо будет лететь! Ё-мо, это чё, опять что ли машину отмывать от этих какашек? Похоже, да! Давай, Андрюха, я бортую! Кого ты бортуешь? Ух ты, блин! Андрюха! Зараза! Давай, Димон! Ребята, я его опрокинул! Он почти встал на колеса, но все! Опрокинули Бабяна, друзья! Перевернули, как жука! Андрюха, ты как там? Нормально? Ну, я там тоже перевернулся, ё-мо! Ну что, товарищ... Опа, спасибо, давай, что удачи! Я сделал, Андрюха, садись ко мне в машину, я его перевернул! Я хотел взять у него документы, но случайно перевернул его машину, и он опять уезжает! Да куда он уезжает, сука, морда, только выпрямился, ём. А, Андрюха, управление ты выпрямился, красава. Да. Я, блин, еду за ним по этим горам, Андрюха. Там трамплин спереди, мужики, он сейчас на трамплине пока. Полетит, блин, я за ним, Андрюха. Давай за ним скорее. Он перелетел. Мы должны его упустить. Ай, блин. Андрюха. Я не долетел, брат. Я долечу, шеф, давай ко мне в машину скорее. Сижу, Андрюха, ты не долетишь. Я долечу. Андрюха. Я не долетаю. Ё-моё, друзья. Ай-яй-яй. Похоже, Бобби у нас ушел от погони. Он перепрыгнул трамплин и скинул свою полицейскую погоню. И вот он, довольный преступник Бобби, ушедший от преследования. Ну а мы с Андрюхой
в бездне, друзья, мы разбились на части и упали с огромной скалы. Вот это да. Ну, поздравляем тебя, Бабян. Спасибо. Ну что, товарищ полицейский, преступник Овер уходит от погони. Догоните, попробуйте. Не уйдешь. Ага, конечно. Вот он, друзья. Пушка-гонка. Моя преступная тачка, нифига себе, полицейские взяли машины. Стоять, блин. Давай, давай. Тормози, давай. Сказка попала, давай, Бартуй. Бартуй себя, блин. Вот это, друзья, уходим от погони. Самое главное, ум и логика. Самое главное, ум, блин. Еще, блин, это, тормозить и уворачиваться от них. Они взяли супербыстрые тачки, блин. Давай, давай, бортуй, бортуй его. Бортуй, бортуй, опа. Хорош. Бортуй, бортуй, бортуй его. Опа. Тихо, тихо, тихо. Бабян, давай, лови его. Ловлю. Ё-моё, полицейский разворот сделали. И от полиции уходим. Бабян, туда его. Давай, давай, давай. Нифига себе меня крутит. Давай, давай, тормози, вытаскивай его с тачки. До свидания, до свидания, пацаны. Всего доброго. До свидания, привет. Всего доброго. Дымовая шашка. Дымовая шашка, Андрюха, дымится, не едет. У меня тачку вправо, друзья, несет, господи. Ёбай, сейчас вылетит сам, Андрюха. Ой! Давай туда, в кювет его. Нет, 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 нет. Хорошо! Я упал вниз, и теперь садится за Бабяном на машину. Одного скинул, а второго ухожу, друзья. Минус Андрюха, остался Бобби. С Андрюха, веди преследование до последнего, там тачка пробита. Сел, Андрюха у Бобиса в машине, друзья, они едут за мной. Я отрываюсь, свинья. Да, блин, свинья в машине какая-то. Свиная сирена. Бабян. Вау. 500 футов разница, ты чего его не догоняешь? Быстрее. Блин, сейчас догоним. 500 футов. Он развернулся, Андрюха. Что делать, что вы исполняете? Разворот. Давай, давай. Блин. Заканил его, поймал, бабан. Все, все, нормально. Пути. Живу. Где это мой? Ты как живу, друзья, живу, по кайфу. Бабян улетел, до свидания, Бобис. Бабян, ты еще, давай, Бабян. Летим, а вот и Бабян, друзья, появился. Господи, все, ухожу. А мы тут машину же починили. Ну да, тебе-то можно, блин. Ты не вылетел, блин, никуда. Ну да. Ой! Далеко никуда не поедешь. Давай, выходи, блин. Выходи, давай, Кент, выходи из тачки. Зараза, стой. Давай, 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 пока. Давай. Давай, пойдем! Стой! До свидания! Я что-то не поймал, Бабян! Вы застряли! До свидания, парни! Вы застряли! Сделай хоть что-нибудь! Уходим, друзья! Надеюсь, перелечу, ребят! Надеюсь, перелечу! Мы сейчас тоже прилетим! Я перелетел, блин! Никуда вообще! Бабзел, сдавай! Нет! Вон он, вижу! Все! Все, давай, организовывай таран! Я упал! Господи, боже мой! Это было тяжело, но мы ребята, ну я на разломанной машине очень долго сопротивлялся. Но мы его надамажили чётенько, хорошо. Ой-ой-ой, пацаны, ну это было реально жестко. Все, приехали! Ну ты тигриный лев, конечно. Ну что, ребята, теперь мы втроем с пацанами преступники, и за нами едет отряд полиции. Посмотрите, 5 машин на нас троих. Это чисто настоящая полицейская облава. Мы с пацанами попробуем удрать от этих полицейских и посмотрим, что с ними будет. Потому что трасса у нас опасная. На каждом повороте этой трассы ждут смертельные препятствия. Так что, друзья, это будет жестко. Ну чё, Бабянчик, ну чё, Андрюха, готовы? Погнали! Конечно, рванули, босс. Ну давайте, 3... 2, 1! Вперед! Ё-моё, пацаны! Капец, они очень быстрые! Они вообще не быстрые! Они что-то медленно... А, нет! Ну, тартанули неплохо, ой, себе! Газуют, вот газы, сейчас, блин. Друзья, газуют! Парни, от меня далеко не уезжайте, Андрюха, блин! Андрюха украл банк, деньги в банке! Деньги в банке! Ты что, бортуешься, блин? Аккуратно! Что ты паришь? Да ё-моё! Андрюха! Браток, они мимо тебя проехали! А я просто с травой слился, ё-моё! Браток слился с травой! Так, Бабян, они едут, набираем скорость, Бабян! Едем, 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 едем! А что они тормозят, Бабян? Блин, я не знаю, может, они меня за Андрюха хотят охотить? Я не знаю, погоди! Не-не, я в траве скрываюсь! Смотрите, они останавливаются, они хотят у нас получить документы! Блин, ладно, пацаны, уезжаем нафиг! Ё-моё! Ника, не документы им! Они вообще будут нас срезаться или нет? Бабян, аккуратно, блин! Аккуратно, едем, едем, газуем! Слышишь? Алло! Давай, 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 поехали, нормально. Поехали, ладно, разгоняемся. Ай, вот, блин, Андрюху бортанули. Андрюху бортанули, друзья. Ой, тихо, дорога чуть, ой, тихо. Не, это, чуть не упал. Давай, 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 он там уже. Офигеть. Он меня бьет, прям бьет. Щенок, отпусти моего брата. Давай, бортуй его, бортуй, пацаны. Хорош, Бабян, бортуй их, едут. Андрюха, аккуратно. Едут, парни, ушел. Бабян, ё-моё, Бабян, ты мне хуже сделал, чем полиция. Они вон пытаются это поймать, у них ничего не получается, парни. Ё-моё, блин, близкие, я хочу убить. Это просто суета, давайте сюда, парни, со мной, давай, со мной. Трамплин. Ай, блин, ура, жесть. Брат, сзади. Ой, он прям сзади, они ты вообще жестко бортуют. Парни, на, давай, блин. Бабян, хорош.
Туда просто! Там еще один, Андрюх, ты едешь или че? Да меня там убить один хочет, помогите. Садись, если хочешь, ко мне в машину, блин, мы едем, у нас тут это, вообще, друзья, суета лютая. Офигеть, блин. Слышишь, Богдан, человек, он меня портует. Сейчас выкинем его, на, блин. Богдан, не меня, Богдан. Капец, парни, у вас тут жарко. Ё-моё, у нас вообще жаришка. Так, Бобис, они, походу, все. Все, я сел к тебе. Садитесь, вы все со мной? Да, я со мной. О, я думал, они уже, все, они еще здесь. Сейчас мы их обманем. Я там без не остался. Все. Не, я их обманул. Хорош, там просто газуй. Деньги в банке остались, шеф. В какой банке? Банку я забрал с деньгами, блин. А, ну все тогда. Назад, поворот. Колесо у нас так вырвало. А что, машина, блин, не ехала. Ой-ой-ой. Еще поворот. Ну все, зато он больше не едет. Все нормально. Ну, давай уезжай. Остался один полноценный полицейский, друзья. Сейчас попробуем перелететь, пацаны. Разгоняюсь. Давай. Все, он нас не догонит, парни. Разгоняюсь. Троих на себя забрал. Нормально. Так, парни. Парни. Давай, аккуратно. Держи дорогу, главное. Тут самое главное, парни. Самое главное, газку. Газуй, мужики, газую. А теперь летим, шеф, и уезжаем. Надо улететь. Ебой. Все, улетел. Все, девчонки, смотрите, как будут вниз падать. Самое главное, мы улетели, пацаны. Все. Это хорошо. Зыкай, смотри по кайфу. Что там с ними? Это вниз падает. О, летит один, да, друзья. Полетел вниз, полетел второй. Получили. А, кстати, еще один парень что-то там сидит в тачке, слышите, едет. Куда они едут там вообще? Конец. Он самый последний такой вообще, друзья, герой. Вот они ползут, как зомбаки, слышите? Они очень медленно едут. Просто зомби, он в своего, он врезался. Ну все, друзья, самое главное, мы ушли от полицейской погони и можем ехать. И деньги наши в банке. Ну что, ребятки, мы еще больше украли денег. Теперь мы на грузовиках, на них попробуем уехать от полицейских. Ну что, друзья, Бабян на своем самосвале прикрывал нас от полицейских. Мы с Андрюхой загрузили наши фуры деньгами, слитками золота, алмазами и бриллиантами. И сейчас удираем от полицейской погони. Пожелать нам удачи, парни, газу, мы поехали. Все, мужики, ух, надо газу, разу, надо газу. Грузовики дурацкие. Ё-моё, друзья. Обложили с обеих сторон. Ё-моё, Бабян, давай прикрывай ограбление. Давайте, они там все сломались, походу. В смысле, они стоят, что ли? Они там все врезались. Ой! О, тихо! Шеф, деньги! Андрюха! Да я хотел его! Шеф, деньги! Ребята, это был Friendly Fire! Пау-пау-пау-пау-пау! Йоу, я приехал, пацаны! На, в смятку! Вообще, шесть! Видите, вот вначале там так и стоят. Андрюха тоже. Ладно, давайте еще раз. Ну все, парни, поехали. Копы за нами, мы едем от копов. Едем, да едем. Почему не за мной? Пацаны, блин, быстрее, ну, Андрюха, у тебя больше всех фура, блин. У тебя больше всех денег. Бабянчик, как едется, нормально? Нормально, да. По кайфу, блин, едем от полиции. О, как мусоровоз стандартный, нифига. Куда едешь, блин? А вы знаете что, друзья, они вот нас срезаются, им же больнее, блин. Ну да. Бабян! Как миссия, это опять ограбление. Тихо, блин, парни, что вы творите? Сделал, Бобис, я чуть не перевернулся в итоге. Эй, у него там больше денег, на самом деле, давай его спасай. Аккуратно, там копы, блин, едут за нами, пацаны. Копы-то били, ребят, нас. А давайте просто максимум газу, и поехали, пацаны. Газуем, давайте. Я так и пытаюсь. Все, я прям вообще разгоняюсь, друзья, копы рядом со мной. Мне кажется, Бобяна арестовали. Бобян, ну ладно, нет, я еду, я сейчас их сам арестую. Давай, шеф, держимся. Держимся, Андрюха, едем. Держимся вместе, братка. Едем, Андрюха. Давай. Едем. Ты что делаешь? Андрюха! Ты мою долю своровать собрался? Андрюха уехал, друзья. А моя доля, не понял. Я тоже еду, блин. Коп за мной, блин. Ё-моё, он прям присосался ко мне. Бабян, шеф, импостер. Я не импостер, садитесь ко мне, едем. Все, я перехожу на сторону зла. Нет, Бабян, на какую сторону зла? На сторону копа. Заберем все деньги. Да, заберем. Сейчас ты, Бабян, у меня получишь. Давай его своровать. Сейчас ты, Бабян. Туда! Знаешь, ты убил Димона. Бабян, ты все, ты импостер получаешь. Убийца, ты его убил. Ты, Бабян, у меня же красный грузовик. Ну все, вот и вместе сейчас и полетим, Бобис. Нет. Все, да, вместе и полетим. Бабян! Ну что, друзья, пока. Вот так я и упал. И на такой забавной ноте наш сегодняшний ролик заканчивается. Мы с парнями надеемся, что вам все понравилось. Обязательно подписывайтесь на наш канал, не забывайте про лайки, про колокольчики и про положительные комментарии. Ну а на этом у нас все. С вами были сегодня Оверфон и Бобби. Всем удачи и пока-пока. Всем до скорого, дорогие друзья. Адьос, чуваки.